Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! Дождались мы этого выходного дня, первый выходной в декабре. Это просто потрясно, феноменально. Вы только взгляните, что меня окружает, друзья мои. Что меня окружает, какая это красота. Это просто сказка, друзья мои. Это просто сказка. По-другому это назвать нельзя. Меня зовут Дмитрий, это канал «Вместе к успеху мечты». Каждый день мы занимаемся зарядкой, каждый день мы прыгаем, бегаем. Каждый день мы прокачиваем свои мышцы, прокачиваем свое счастье и прокачиваем свой успех, друзья мои. Это просто здорово и феноменально. И сегодня будет такая суперская, такая вообще ошеломительная тема, друзья мои. Мы сегодня будем разговаривать о сказочной жизни. Хотите сказочную жизнь? Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим, о вашей, о нашей сказочной жизни, друзья мои. Не переключайтесь. Супер, мы сейчас просто находимся в гостях у сказки. Сейчас я найду место, где позаниматься. И сразу же к вам вернусь. Морозяка крутая. Ощущения просто шедевральные. Друзья мои, поехали! Просто сногсшибательно и феноменально, друзья мои. Это просто что-то с чем-то. Это несравнимые впечатления от такой зарядки на такой красивейшей природе, друзья мои. Это просто у меня зашкаливает, все эмоции перешкаливают там уже за красной чертой уже там. Как дышит лес, да? Он тут просто... Он преобразился настолько, вот благодаря вот этому снегу, благодаря вот этому морозцу небольшому, ну как небольшому, там градусов 5, вот, но все равно ощущение непотрясное. Зарядочка немножко согрелся, пока я там эфир выходил, там позамерзало все. Ну, первый раз, пока разберешься, вот. Всегда что-то происходит в первый раз, друзья мои, это опыт, это рост, это развитие. И это успех, друзья мои, это потрясно, когда все происходит всегда по шкале вверх. Это супер, обратного пути нет. Скажите себе, я максимально добьюсь успеха, и обратного пути нет. Супер, вы сразу чувствуете уверенность, сразу начинаете ощущать вот эту вот волю свою в кулак, да, собери волю в кулак. Не могу не перестать восхищаться, друзья мои. Я вам сейчас покажу, на какую красивую поляну я вышел. Это просто... Просто нет слов. Это надо лицезреть и ощущать внутри. Сейчас мы пойдем, потом там есть хорошая такая тропа, небольшие кусты там, заснеженные такие красавицы, такая красотища просто. Ну что, поехали понемножечку, начнем нашу суперскую тему. Сказочная жизнь, друзья мои, как это выражение, вот эта вот фраза звучит, да, сказочная жизнь. Я уверен, что кто-то даже и не представлял никогда такую вот для себя сказочную жизнь. Но вы бы были очень воодушевлены, если бы хотя бы один раз, я говорю постоянно, один раз представили сказочную жизнь для вас самих, друзья мои, для нас, да? Какая она, эта сказочная жизнь? Как мы живем? Как мы просыпаемся? Где? Как мы себя ощущаем? Что вокруг нас происходит, где находимся, то есть какое время года, да, допустим, погода вокруг, что вообще это, или это Мальдивы, да, или это Бора-Бора, или это просто где-нибудь в Кавказских горах, друзья мои, может быть, на Тибете,
Я не знаю, для каждого своя сказка жизни. Для каждого человека есть вот этот вот предел, который он сам себе устанавливает. И я могу сказать, да, именно сам себе, то есть не внешние факторы устанавливают нам как жизнь, а непосредственно мы делаем каждую минуту, каждую секунду выбор, как нам дальше существовать, как нам дальше жить, как мы хотим прожить эту жизнь, друзья мои. Мы каждый день решаем для себя, какой жизнью мы будем жить, создавая будущее. Вот наши мысли, наши эмоции, они создают наше будущее. И благодаря, то есть, они, вот эти мысли и эмоции, влияют непосредственно на наше будущее. То есть, что мы чувствуем, что мы думаем, как мы себя ощущаем. Вот эти вот моменты счастья или же несчастья, да, а они сеют семена в наше сами будущее. И очень важно, я всегда повторяюсь, как можно больше сеять счастье в наше будущее. Каждый день находить эти моменты, находить эти секунды счастья, чтобы переполняться, друзья мои. Это просто шедеврально. Это просто невообразимо. Для каждого есть свои моменты, каждый находит свои моменты. Представляйте чаще, как вы хотели бы жить своей жизнью в идеальном мире, может быть, не мире, а идеальный вот этот момент. Вот эта вот сказочная жизнь, это то, что вы на пике самого-самого счастливого счастья можете представить. Вот эту идеальную жизнь, идеальный момент, его нужно представлять как можно чаще, чтобы приближать, потому что приближение будет идти этого момента благодаря нашим счастливым эмоциям, которые мы будем испытывать, когда будем представлять, что мы уже в нашей сказке, друзья мои. Закрываем глаза и представляем, что находится слева, что справа, где мы находимся, да? То есть все до подробностей, до мельчайших подробностей вырисовываем в своем сознании, в подсознании, в сознании эту картину. И очень ее зафиксировать нужно. И мы будем знать, для чего мы живем, друзья мои. Чтобы сказкой делиться с окружающими. Я делюсь с вами этой сказкой, потому что я просто не могу. Это просто такая вот мы в гостях у сказки, да, какая крутейшая фраза. И вот сейчас она 100% подходит для вот этого момента, друзья мои. Это просто что-то невоображаемое, невообразимое. Поэтому чаще представляйте вашу сказку, ваш счастливый момент жизни, самый идеальный день. Представляйте, ощущайте, воодушевляйтесь этим днем, и он вас будет двигать дальше на пути к успеху нашей с вами мечты, друзья мои. Желаю вам сегодня максимально отдохнуть, максимально ощутить счастье, и будьте максимально сегодня воодушевлены и вдохновлены. А я с вами прощаюсь, это был Дмитрий, канал «Вместе к успеху мечты», и встретимся мы с вами в воскресный день, это буквально будет завтра. Все, счастья вам, друзья мои, счастья, любви и процветания. Пока-пока.
Thank you.